But it feels like to be a freak. Перефразируя классика, так и тянет сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасна». В жизни этих людей ярких моментов уж точно хватает. Красоту мгновения сегодня замедляют и повторяют по нескольку раз. Настоящие полеты, не во сне, а наяву. Что же нужно, чтобы снять на пленку такой же классный автотрюк? Команда профессионалов и ее предводитель, постановщик трюков Николай Сысой. На месте съемок выгружается главная героиня – коза. Именно так зовется эта стальная рельса с мини-трамплином на конце. Устанавливаются и фиксируются опоры. Чтобы конструкция, не дай бог, не дернулась в момент трюка, используют вот такие дюбеля. Прыжок с козы или с вращением в воздухе – любимый автомобильный аттракцион на все времена. Но прежде чем это сделать, предстоит большая работа. Сперва рассчитать место взлета и падения. Машина должна не только никого не покалечить, но и красиво упасть точно в кадр. Снаружи машина каскадеров выглядит как самая обычная, но внутри у нее вот такие металлические конструкции. Куски приваренных друг к другу стальных труб образуют скелет, который будет защищать каскадера-исполнителя во время падения. Кресло пилота снабжено дополнительными страховочными ремнями. Дуги рядом с креслом оборачивают толстым поролоном для большей безопасности водителя. Тем временем команда сопровождения трюка почти закончила работой по установке козы трамплина. 20-сантиметровые стальные шурупы ввинчиваются в асфальт под неусыпным наблюдением постановщика трюка. Траектория полета автомобиля и точное место приземления складываются из формул, учитывающих массу автомобиля, скорость и площадь его сечения. Просчитывается даже вес и коэффициент сопротивления воздуха. Тогда мы точно можем знать, как далеко полетит машина и где она упадет. Чтобы смягчить удар, каскадеры в автомототрюках обычно приземляются на картонные ящики. Дешево и сердито. В нашем случае съемка будет происходить из четырех разных точек и ракурсов. По задумке машина должна рухнуть на землю, поэтому на этот раз придется обойтись без ящиков. После подготовки автомобиля готовят и самого исполнителя трюка. Каскадер использует налокотники, наколенники, защитный пояс, тяжелый жилет будет предохранять позвоночник каскадера, на который в момент приземления приходится вся основная нагрузка. Подготовка к трюку и есть основная часть каскадерской работы, в то время как сам конечный трюк занимает всего пару мгновений. Идут последние приготовления. Козу уже покрыли специальным составом для лучшего скольжения. Последний раз проверяются страховочные ремни на сиденье каскадера. Съемка будет идти с одного дубля. Солнце заходит. Камеры расставлены. Ассистенты перекрывают дорогу. Мотор. Снимают все. Кто на сотовый телефон, кто на цифровую кинокамеру. Кажется, трюк удался. Конечно, важно, получился ли он так, как хотел режиссер. Жив, здоров. Все в порядке. Любимые слова каскадера. Стоп, снято. Спасибо.